Печень трески – чудесный ингредиент, с которым очень просто работать. Она прекрасно сочетается со многими овощами, образуя невероятно вкусные и полезные ансамбли. Один рецепт как раз хочу показать. Перед вами пошаговый рецепт приготовления салата из печени трески с фасолью и чесноком. В данном случае используется зеленая стручковая фасоль, но можно попробовать заменить ее белой консервированной, например. Разнообразие ингредиентов не может не поразить. Все очень красиво, и главное, вкусно. Для ежедневного меню или на праздничный стол рецепт точно пригодится. 1. Наш набор ингредиентов. 2. Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде. Яйца сварите вкрутую. 3. Фасоль опустите на 5 минут в соленую кипящую воду. 4. После желательно выложить ее в мисочку со льдом и водой. Если не успели сразу, фасоль чуть потеряет цвет. 5. Яйца остудите и очистите, нарежьте дольками. 6. Картофель после варки обжарьте на сильном огне в растительном масле до образования корочки. 7. Нарежьте помидоры дольками, подготовьте печень трески и оливки, маслины. 8. Для приготовления заправки пропустите через пресс чеснок, соедините с растительным маслом и соком лимона. Добавьте соль и перец. 9. На тарелку для подачи выложите вымытые и обсушенные листья салата. 10. Выложите все ингредиенты, добавьте заправку. Салат из печени трески с фасолью и чесноком можно подавать к столу. Приятного аппетита!